Интервалом называется сочетание двух звуков, взятых последовательно, мелодический интервал, или одновременно, гармонический интервал. Нижний звук называется основанием интервала, а верхний – его вершиной. Количество охватываемых интервалом ступеней определяет его ступеневую величину. В пределах октавы есть 8 ступеней, 7 основных ступеней до, ре, ми, фа, соль, ля, си и повтор первой ступени на октаву выше. Поэтому есть 8 основных названий интервалов, которые отражают их ступеневую величину. Прима – унисон. Сочетание данной ступени с ее буквальным повторением. Секунда – вторая. Сочетание данной ступени с соседней. Терция – третья. Сочетание данной ступени со ступенью через одну. На нотном стане это всегда две ноты, находящиеся на соседних линейках или на соседних промежутках между линейками. Кварта – четвертая. Сочетание данной ступени со ступенью через две. Квинта – пятая. Сумма двух терций, как бы взятых одна за другой. Секста – шестая. Сумма кварты с терцией, как бы взятых одна за другой. Септима – седьмая. Сумма трех терций, как бы взятых одна за другой. Октава – восьмая. Сочетание данной ступени с ее октавным повторением. Количество заключенных в интервале тонов определяет его тоновую величину. Тоновая величина нужна потому, что ступеневая величина определяет интервал лишь приблизительно. Например, секунда до ре составляет целый тон, а секунда ми фа – полтона. Между основными ступенями звукоряда образуются следующие интервалы. Чистая прима – 0 тонов. Малая секунда – полтона. Большая секунда – целый тон. Малая терция – полтора тона. Большая терция – 2 тона. Чистая кварта – 2,5 тона. Увеличенная кварта – 3 тона. Увеличенная кварта также называется тритоном. Чистая квинта – 3,5 тона. Уменьшенная квинта – 3 тона. Уменьшенная квинта также называется тритоном. Малая секста – 4 тона. Большая секста – 4,5 тона. Малая септима – 5 тонов. Большая септима – 5,5 тонов. Чистая октава – 6 тонов. Чтобы построить нужный интервал от заданного звука, необходимо сначала установить ступеневую величину интервала, отсчитав требуемое количество ступеней, а затем отрегулировать, если это нужно, тоновую величину интервала знаком альтерации. Например, если нужно построить большую терцию от основания до диез, отсчитываем две ступени и получаем вершину ми. Поскольку большая терция составляет 2 тона, вершиной интервала должен быть звук ми диез. Другой пример. Если нужно построить малую терцию от основания до, отсчитываем две ступени и получаем вершину ми. Поскольку малая терция составляет 1,5 тона, вершиной интервала должен быть звук ми бемоль. Важным является осмысленное правописание интервалов. Запись в вышеозвученных примерах малой терции как до, ре, диез или большой терции как до, диез, фа будет ошибочной. Слова уменьшенные и увеличенные, которые могут прибавляться к названию интервала, означают расширение или сужение этого интервала на хроматический полутон. Всякий интервал может быть увеличенным или уменьшенным. Если интервал бывает большой и малый, а не просто чистый, то уменьшается малый интервал, а увеличивается большой. Например, увеличенная секунда составляет 1,5 тона, а уменьшенная секунда – 0 тонов. Возможно также дважды увеличенные и дважды уменьшенные интервалы, которые будут отличаться от соответствующих увеличенных и уменьшенных интервалов еще на один хроматический полутон. Например, если нужно построить дважды увеличенную кварту от основания до, отсчитываем три ступени и получаем вершину фа. Поскольку дважды увеличенная кварта составляет 3,5 тона, а интервал до фа составляет только 2,5 тона, вершиной дважды увеличенной кварты должен стать звук фа дубль диез. Составными называются интервалы шире октавы. Любой составной интервал представляет из себя соответствующий простой с добавлением одной или нескольких октав.
Составные интервалы, которые не превышают двойной октавы, имеют самостоятельные названия. Нона – девятая, секунда через октаву. Децима – десятая, терция через октаву. Ундецима – одиннадцатая, кварта через октаву. Дуодецима – двенадцатая, квинта через октаву. Терцдецима – тринадцатая, секста через октаву. Квартдецима – четырнадцатая, септима через октаву. Квинтдецима – пятнадцатая, двойная октава. Каждый составной интервал может быть либо большим или малым, либо чистым, как соответствующий ему простой интервал. Например, нона может быть большой или малой, а ундецима – чистой. Обращением простого интервала называется интервал, полученный октавным перемещением его вершины или основания, таким образом, что основание в результате оказывается вершиной и наоборот. В результате получается другой интервал, который в сумме с исходным составляет октаву. Обращение является вычитанием из октавы первоначального интервала. Оба этих интервала являются взаимообратимыми. Качество интервалов при обращении сменяется на противоположное, за исключением чистых. Чистые интервалы обращаются в чистые. Большие интервалы обращаются в малые. Малые интервалы обращаются в большие. Увеличенные интервалы обращаются в уменьшенные. Уменьшенные интервалы обращаются в увеличенные. Например, обращением чистой кварты является чистая квинта, а обращением малой терции – большая секста, и так далее. Пары взаимообратимых интервалов в ступеневых величинах выглядят так. Секунда и септима. Терция и секста. Кварта и квинта. Равенство интервалов по их тоновой величине при различных названиях или написаниях называется энгармонизмом интервалов. Например, увеличенная кварта и уменьшенная квинта энгармонически равны. Интервалы делятся на консонансы, более мягкие на слух, и диссонансы, более резкие. Совершенными консонансами являются прима, октава, квинта и отчасти кварта. Несовершенными консонансами являются большие и малые терции и сексты. Остальные интервалы – диссонансы.